Приветствую вас, Ксения. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вы спрашиваете о том, как избавиться от панических атак, ну, точнее, как справиться с паническими атаками. То, что вы вот спрашиваете. Функциональная трудность заключается в том здесь, что вы себя и свои панические атаки, грубо говоря, разграничиваете. То есть вот есть я, вот, а есть, соответственно, панические атаки. И момент заключается в том, основной, что вы и ваши панические атаки неразделимы. То есть ваши панические атаки связаны исключительно с тем, что вы переживаете, что вы проживаете, что вам хочется, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь и так далее. То есть не нужно думать, что от панических атак можно избавиться просто как от чего-то, что, ну, от чего-то, что лишнее, да, что мешает и так далее. Нет. К счастью или к сожалению, я так предполагаю, что больше, наверное, к сожалению, этого сделать невозможно. Необходимо понять, чего именно вы боитесь. Необходимо посмотреть, чего именно вы боитесь, и тогда уже будет несколько более понятно. Тогда уже будет несколько более очевидно, что конкретно у вас за проблемы и как вот их, то есть проблемы можно решать в данном случае, да? Вот я думаю, примерно так можно ответить. Значит, чего вы боитесь? Что вызывает панический страх? И чего вы опасаетесь? Зачастую панические атаки являются совокупностью тревожности, невыраженных чувств и угрозы. Наличие угрозы. Часто нерациональны. Нерациональны от слова... Ну, а слово совсем не рационально. Вот. Поэтому работать нужно именно над этим. Как мне кажется, конечно.
Вот, хотя вы, в принципе, можете быть со мной не согласны. В принципе, я вас в этом случае могу понять. Вот. Чаще, часто довольно, довольно часто бывает такая ситуация, когда человек боится оценки. Бывает и такой момент. То есть вы боитесь, что, например, вас оценят, вы боитесь, что вас оценят достаточно негативно, и, соответственно, это постоянно вас тревожит, то, что постоянно дает вам чувствовать себя в напряжении. Вот. Хотя ну, проблема решается. Может быть, вы боитесь остаться одна. Такое тоже, знаете ли, вполне себе может быть. Вот, насколько это хорошо или адекватно, мы сейчас говорить не будем, потому что в этом нет никакого смысла, но просто хочу сказать, что у вашего страха есть основания, это угроза, и с угрозой нужно работать, как минимум, все угрожающие, тревожащие и страшные тенденции, которых вы опасаетесь, ну вот, все это может быть достаточно полно разобрано и приведено в некую такую общую структуру вашего мировоззрения, чтобы не конфликтовало одно с другим. Вот. Дальше. Моя дочь сказала, что не любит меня, все потому что пытается отвлечься от страха. Ну, отвлекаться от страха, наверное, не нужно, потому что страх вам нужен, как мне кажется, для того, чтобы, ну, защищаться, чтобы корректировать свое поведение. Вот. Такая вот история. В общем, нужно более подробно исследовать вашу ситуацию, в частности, например, когда панические атаки возникли, например. Вот. То, что я могу вам сказать сейчас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.